Вы, наверное, догадываетесь, братья и сестры, разворачиваю А4. Вот, на всем такое благословение. Вот, вечером будет благословение, вот такое похожее. Вот наш совет церкви Вифлеема сегодня доводим до вашего сведения. Поступило заявление от Спидоненко Ильи Андреевича. Где наш Илья Андреевич? Илья Андреевич сейчас позовет. Знаешь, кого ты позовешь? Сильбуса. Она будет благословенной и добрая. Скидоненко Илья Андреевича, испеченных Светланы Александровны. Пожалуйста. В обоюдном согласии, благословению родителей, мы решили вступить в семейный союз. Просим церковь нас благословить. Братья, благословляем, да, без всякого сомнения. Можно себе подарить, это сейчас, да? Друзья, да, пусть Господь благословит вас, рады за вас. Давайте мы встанем, помолимся. Боже наш, благодарим Тебя, что Ты благословляешь нас радостями. Мы пережили на этой неделе печаль, а сейчас ты даешь нам радость. Слава Тебе, Господи, за церковь, за то, что Ты церковь благословляешь. И Твои дети находят друг друга, Господи. Благослови Илью и Светлану, благослови их жить для славы Твоей, благослови их. Это начало, Господи, и доведи до того момента, когда они... Когда будет бракосочетание и свадьба, Господи, и жизнь вся впереди, дай нам Твое благословение, Господи, защита Твоя, дай, чтобы их жизнь была добрым примером, не до свадьбы, поведения, после, была добрым примером и светом Твоим для этого мира, для церкви, для семьи своей. Благослови. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Садитесь, после собрания можно предварительно поздравлять. Пожалуйста.